Вот уже второй год подряд регион отмечает День российского предпринимателя. Выставка сделана в Ульяновской области. Выставка-форум, организованная при поддержке правительства и корпорации по развитию предпринимательства региона, развернулась в фойе Ленинского мемцентра. А это форум в истинно римском своем значении, где нужно найти партнера, нужно продать свою услугу, свой товар, найти себе интересного партнера. И многие отзываются о том, я никогда не перестаю называть этот пример, как, а у нас еще и производят носки, да, у нас, оказывается, есть. А я, говорит, 10 лет работаю на этом рынке, не знал. Или, говорит, да, неужели? Неужели это делается у нас в регионе? Либо этот бренд вкусный, великолепный, а мы о нем ничего не знаем. Вот задача продвижения, информирования о наших хороших таких проектах, звездочках, интересных предпринимательских инициативах, бизнес-проектах, которые сегодня выйдут, как Сан Саныч сказал, на региональный рынок, завтра на межрегион, и мы подхватим и с удовольствием пойдем с вами на международный, наднациональный уровень. На выставке свою продукцию потребителям и потенциальным клиентам презентовало более сотни местных производителей. Причем среди всех привычных представителей пищевой и легкой промышленности можно было найти производителей высокотехнологичной спортивной продукции. Мы производим хоккейные клюшки для хоккея с мячом. С чем мы как бы вышли на выставку и предлагаем нашим хоккеистам наше изобретение, ну не изобретение, а наше новшество, вот, в частности, производство карбона, вот, карбоновых клюшек. Вот, и составляем конкуренцию таким предприятиям шведским, как Оптимизет и Венешборг. Вот. Ну что хотелось бы сказать по поводу выставки. Ну, такие мероприятия, конечно, очень нужны нам, предпринимателям, потому что здесь мы общаемся, здесь мы расширяем свой кругозор, расширяем возможности друг друга, узнаем больше. Также в рамках мероприятия были проведены контактные сессии взаимодействия малого и среднего бизнеса с крупными компаниями и инвестиционными проектами. И закупочная сессия предложения крупных ульяновских компаний для малого и среднего бизнеса. Поздравил предпринимателя региона и временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Морозов. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, позвольте мне и от себя лично, от администрации губернатора, от правительства, я думаю, что от всей региональной, да и муниципальной власти поздравить и вас, и нас всех. Я продолжаю говорить, что я с гордостью, причем говорить, что я член опоры Российской Федерации, замечательным днем российского предпринимательства. И поблагодарить вас вполне очень искренне, это говорю, за ваш труд, за ваш вклад в развитие нашего региона и нашей страны, за ваше желание и умение развивать не только региональную экономику, но и социальную инфраструктуру. Этим поздравлением глава региона открыл очередное заседание правительственной комиссии по развитию предпринимательства. На нем, в частности, были подведены итоги очередного исследования «Тайный инвестор», ход внедрения стандарта делового климата, а также рассмотрены вопрос оценки регулирующего взаимодействия и внедрения на территории региона рискоориентированной модели работы надзорных органов. Георгий Кузнецов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.